Аккуратный. Когда ты аккуратный, ты исполнительный, соблюдающий во всем порядок, точность. Помни это. Багаж. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Б. А-а-а-а. Г. Г-г-г-г. Г. А-а-а-а. Ж. 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 Багаж. Багаж – это упакованные вещи пассажиров для отправки поездом, самолетом, пароходом. Варенье. В. 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 А. Р. 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 Е. Не, 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 не. Н. Мягкий, мягкий. Мягкий знак. Е. Варенье. Варенье. Варенье – это сваренные в сахаре ягоды и плоды. Это очень вкусно. Герой. Г. 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 Е. Р. 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 О. 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 Е. 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 Герой! Герой. Все знают, что герой – храбрый, доблестный, самоотверженный. Обычный герой совершает подвиги для других. Доверие. Д-д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 -
В. Е. Р. Р. И. Е. А. Доверие.
Когда ты доверяешь, ты уверен в чьей-то добросовестности и искренности. Ты можешь ему доверить самое важное. Единственный. Е. Д. И. Не. Н. С. Т. Т. В. 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 Е. Не. Н. Не. Н. И. Е. Единственный. Единственный. Быть единственным значит быть только в одном экземпляре, не иметь равных и, наверное, быть очень важным для тебя. Ёрзать. Йо. Р. З. А. Т. Т. Мягкий. Мягкий знак. Ёрзать значит, сидя, двигаться в разные стороны по одному месту, беспокойно двигаться или вертеться. Желание. Ж. Е. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Л. А. Не. Н. И. Е. Желание. Желание. Желание – это чувство, когда ты внутренне хочешь осуществить что-то. Например, получить подарок или найти своего питомца. Забывчивый. З. З. А. Б. Б. И. В. 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 Че. И. В. 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 И. Е. Забывчивый. Забывчивый. Обычно забывчивые люди легко и быстро забывают, что им нужно сделать. Например, взять с собой сумку или выключить свет. Не будь забывчивым. Иллюминация. И. Л. Л.
Эль. Ю, ю. Ю. Мэ, мэ. М. И, и, и. И. Не, не, не. Не, 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 не. Н. А, а, а. 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 Ц. И. Я, 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 я. Иллюминация! Иллюминация. Иллюминация – это яркое освещение, устраиваемое на улицах по случаю каких-либо торжеств, праздников. Йога. Е. О, 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 о. О. Г, 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 г. Г. А, а, а. А. Йога. О, 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 о. Йога. Если просто, то йога – это набор упражнений для физического и внутреннего развития. Они не всегда очень простые. Кислый. И. С. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ля. Л. И. Е. Кислый. Кислый. Кислый значит обладающий своеобразным острым вкусом. Например, вкусом лимона. Лишний. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ля. Л. И. Ша. Не, не, не. Не, 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 не. Н. И. Е. Лишний. Лишний. Обычно лишний – это превышающий нужное количество чего-либо или такой предмет, присутствие которого нежелательно. Это пирожное точно не отсюда. Магнит. Мэ, 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 мэ. М. А, 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 а. Г, 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 г. Г. Не, 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 не. Н. И. Т, 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 Т. Т. Магнит. Магнит – это кусок железной руды, железа или стали, обладающий свойством притягивать железные или стальные предметы. А у тебя есть такой? Невесомость. Не, 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 не. Н. Е. В. 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 Е. Ч-ч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 -
Мэ, мэ, мэ. М. О, 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 о. О. С. Т, 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 т. Т. Мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий знак. Невесомость. Невесомость – это состояние, когда отсутствует сила притяжения. Например, космонавты находятся в невесомости. Они как будто ничего не весят. Опыт. О, 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 о. О. П, 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 п. П. И. Т, 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 т. Т. Опыт. Опыт. Обычно опыты проводят для создания чего-нибудь нового в определенных условиях с целью изучения или испытания. Помощь. П-п-п-п. П. О, 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 о. О. Мэ, мэ, мэ. М. О, 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 о. О. Ше, ше, ше. Ща. Мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий знак. Когда ты помогаешь кому-нибудь, близким или друзьям, обычно в ответ ты получаешь благодарность. Помогать тому, кто этого просит, правильно. Приветливый. П-п-п-п. П. Р-р-р-р. Р. И-и-и-и-и. В. 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 Е. Т, 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 т. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ля. Л. И. В, в, в. В. Е. Приветливый. Приветливый. Приветливые ребята всегда приятны в общении, так как они выражают дружелюбие. Им всегда рады. Радуга. Р. Р. А. Д. 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 У. 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 Г. Г. А. Радуга! Радуга. Радуга – это замечательное явление природы. Когда солнечный свет пересекается с дождевыми каплями, на небе мы видим разноцветные дугообразные полосы. Помнишь, какие там цвета? Секрет. С. Е. К. 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 Р. Е. Т. 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 Т.
Секрет. Наверное, у всех есть маленькие тайные секреты, но иногда ты можешь рассказать о них своим друзьям. Скульптура. С. К. 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 У. 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Л. Мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий знак. П-п-п-п. П. Т. 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 У. 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 Р. 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 Скульптура. О. О. Скульптура. Скульптура – это вид изобразительного искусства. Фигура, созданная художником, может быть из различных материалов – из гипса, металла, дерева. А где ты видел скульптуры? Соревнования. С. О, 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 р, е, в, в, не, н, о, 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 в, в, а, не, не, н. И. Е. Соревнование. Соревнования. Обычно это игра или спортивное состязание, где участники стремятся превзойти друг друга. А ты уже участвовал в соревнованиях? Туман. Т. 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 У. 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 Мэ. 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 М. А. Не, 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 не. Н. Туман. О? Мэ? Туман. Туман – это явление природы, когда в воздухе находится большое количество маленьких капелек. Обычно, когда туман, очень плохо видно, что находится вдали. Узел. У. 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 З. 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 Е. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Л. Узел. Узел. Узел – это место, где связаны концы чего-нибудь. Помнишь эти ботинки? А где там узел? Фокус. Ф. 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 О. 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 К. 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 У. 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 С. Фокус.
фокус. Фокусом называют искусный трюк, основанный на обмане зрения при помощи ловкого и быстрого приема или движения. Хвост. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Ха. В. 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 О. 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 С. Т. 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 Хвост! Э? Эй! Хвост. Хвост или хвостик – обычно задняя часть у животных. Ты заметил, что хвосты у всех разные? Цель. Ц-ц-ц, ц-ц-ц, ц-ц-ц. Ц. Е. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Л. Мягкий, мягкий. Мягкий знак. Цель. Цель. Цель – это то, к чему стремятся, что надо осуществить, как наши герои, которые добрались к другу. Чумазый. Че. Че. У. 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 Мэ. 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 М. А. З. 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 И. Е. 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 Чумазый. Когда ты чумазый, ты, скорее всего, испачкал свое лицо грязными ручками. Штиль. Ша. Т. 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 И. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Л. Мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий знак. Штиль. Штиль – это полное затишье на море. Хорошо, когда море спокойное. Щедрый. Ща. 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 Е. Д-д-д-д-д-д-д. Д-д. Д. Р. 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 Е. 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 Щедрый. Щедрым называют того, кто охотно делится с другими или даже помогает другим. Твердый знак. Твердый, твердый, твердый. Твердый знак. Твердый знак. К сожалению, на эту букву нет слов. И. И.
сожалению, на эту букву нет слов. Но ты можешь сказать «ы», делая общее фото с друзьями. Мягкий знак. Мягкий, мягкий, мягкий. Мягкий знак. Мягкий знак. К сожалению, на эту букву нет слов. Этикет. Э. Т. И. К. 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 Е. Т. Т. Этикет. Этикет. Под этикетом понимают определенное поведение в обществе, обычно по определенным правилам. Ты же знаешь правила этикета. Юркий. Р. К. 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 И. Е. Юркий! Юркий. Когда ты юркий, ты быстрый и увертливый. Тебя вряд ли кто-то поймает. Ягода. Я. 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 Г. 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 О. 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 Д. 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 А. Ягода. Ягода – это сочный плод. Некоторые ягоды могут красить другие вещи. Например, язык.